Важные вопросы, которые беспокоят жители Теренгульского района касательно строительства цементного завода «Конч», сегодня обсудили на заседании региональной общественной палаты. Самым важным на данный момент оказался вопрос об удаленности будущего производства от населенных пунктов. Люди привыкли жить в этой местности, я их тоже прекрасно понимаю. Мы их выслушали, когда приезжали в лагерь, мы встречались с многими на прошлой неделе. Их очень беспокоит этот вопрос, что завод будет рядом. Поэтому мы обязаны учитывать мнение наших граждан, поэтому такой вопрос и был поставлен корпорации. В течение 3 дней корпорация развития свяжется с китайскими инвесторами для того, чтобы выяснить, готова ли компания к вложению средств, не предусмотренных изначальной сметой. Ведь на постройку одного дополнительного километра транспортера или по-другому трубы, с помощью которой происходит транспортировка сырья, приходится около 100 миллионов рублей. К заводу в настоящий момент, который рассматривался, расположен на расстоянии примерно 6 километров от сел Покуровка-Сугареевка. Вот. Она выбиралась, исходя из именно из оптимальных расходов на подведение инфраструктуры к этой площадке. И исходя из того, что вы затронули, это транспортер, который будет доставлять сырье с карьера на завод. Именно такие технологии предотвратят выброс пыли при транспортировке сырья. Но вопрос о том, возможно ли решение о переносе площадки и на какое расстояние, пока остается открытым. Тем не менее, как считают в общественной палате Теренгульского района, завод – это высокотехнологичное предприятие, дополнительные налоги и престиж региона. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.